Отправляюсь сейчас в парк Горького, но не просто так, а с Мишей Нумизматикс ТВ. Привет, Миш. Всем привет. Привет. Короче, сейчас я принес ему, во-первых, там деньги за 5 копеек 2001 года, но не в обычном формате, а я заехал в банк, взял целую пачку по 1 гривне и как раз заплачу ему этими монетами по 1 гривне, и мы разберем с ним вместе, переберем эти монеты в центре, вот в центре города у нас здесь, в каком-нибудь прикольном местечке, в парке Горького. Кстати, кто не был в парке Горького, ребята, приезжайте, здесь очень круто, много аттракционов. И это вот я тебе отвечаю, просмотров на нем не будет. Так, слышали, Миша сказал, что просмотров на ролике не будет, чуваки. Вообще здесь можно прикольненько покататься на роликах, на велосипеде и на многих разных штуках. Даже какие-то белки бывают, но не думаю, что я сейчас вам их где-нибудь встречу. Миш, как у тебя проходит лето? Как слеты, как коллекционирование? Пока застой. А? Пока застой. Давай. Застой. А вот такая штука для того, чтобы эффективней записать видеообзор. Ребята, значит, как я сказал, привез целый мешок Миши денег. Только-только с банка забрал. Вот мы встретились. Сейчас будем делить. Я ему отсчитаю. Я ему должен там еще 600 гривен за монету. Я первую часть там скидывал так-так. 1100 гривен 5 копеек обошлись. Вот эти 5 копеек. Вот так они выглядят. 2001 года. Я сейчас чуть позже их покажу еще более ближе. Давайте насчитаем Мише денег. Ну, зато она мне все подготовила сразу, все дала. И оно даже, видите, как-то расфасовано по специальной стопочке. Надеюсь, в этот раз будет побольше юбилейки. Раз, два. Это у нас 100, 200. Это у нас 300. Это у нас 400, 500, 600 гривен, Миша. Вот это, я думаю, самое лучшее вложение в мелочи. Украинцы, Миша, это тебе. Я их не смотрел. Две штучки останется мне. Может, что-то попадется. Надеюсь, какой-нибудь сохранить. Ну, я думаю, если что-то еще и Мише понравится, я ему что-нибудь подарю. Потому что я, в принципе, себя 2001 взял. В нормальном состоянии у меня одна монетка есть. Ну, посмотрим. Надеюсь, у Миши появится там дофига. Вот покажу разных прикольных монет. Все, 5 копеек у меня. Алло. Добавлю их в альбом, покажу вам как-нибудь обзор. А это разбираем. И сегодня, ну что, давай, поехали. Я... Давайте смотрю. Я, кстати, не считал, есть ли тут сотка или нет, на самом деле. К сожалению, кстати, перчатки я забыл, буду без перчаток делать обзор. Простите меня. Так, ну что, 2014. Что там сейчас, какие тенденции на рынке нумизматики? Ну, очень дорожает 2004 год в идеальном состоянии. 2004. Кстати, будем ждать 2004, да? В хорошем состоянии. Да. 2005 вот у меня попалось. 2001. О, кстати, штепельный блеск 2010. 10 не особо. О, первая интересная монета, смотри. 60 лет. Е-е-е, ребята, это сколько она такая стоит? Давай прикинем, в таком паршивом состоянии. Десятка максимум. Десятка. Какие, кстати, еще года у тебя уже есть собранные в хорошем штемпельном состоянии? Все собраны, кроме второго, третьего года. Я их активно ищу, поэтому у кого есть, с радостью вас предлагайте, ребята, у кого есть на продажу. Сколько ты альбомов таких нужно собрать себе? Ни одного хватит. Одного хватит на себя. Ну, бывают такие люди, что инвестируют именно в альбомы, покупают их, собирают, вывозят за границу. 2005, кстати, вывозят за границу, потому что их легко провести через границу, нет каких-то проблем по вывозу. Ну, вот тут, мне кажется, каким-то остатком штемпельного блеска. Вот зацени, тут есть какой-то, тут я прям вижу формат, остаток на единичке есть. Ну, остаток, если минимальный какой-то. Как, во сколько ты сейчас оцениваешь гривну 2001, 2002, 2003 в хорошем, ну, в идеальном? Вот, если в ярком штемпеле, то 100 гривен. 100 гривен. Я в прошлом ролике оценивал где-то в 60 гривен. Вот. Ну, по таким ценам я, честно сказать, видел в продаже. Я видел в продаже, то есть реально были. То есть, ну, люди, скорее всего, те, кто продают, они также берут огромным количеством такие монетки. И их просто-напросто перебирают, как мы сейчас, да, перебирают и выбирают то, что есть в штемпельном блеске.
пока что-то вот 2001. Нашел 2004 гривна. О, Миша, поздравляем, 2004, первая. Ну, у него шансов, кстати, гораздо больше, чем у меня, 4-3, потому что монет сильно больше. Ну, кто не понял, это обычный Владимир. То есть давайте я покажу, да. Где-то гривны там 3, 4, 5 где-то так стоит. 2004. Лучше, чем ничего. Уже что-то. Ну, нету, к сожалению, тут штемпельного блеска. Ну, штемпели, но они очень сильных, такие. Кстати, нету и ударов. Нет ни ударов, если ее сплоснуть водой легенько так от грязи. Вот, супер, Миша, поздравляю. А у тебя ты часто продаешь такие? Бывает, 2001, 5, 6? Не, я только себе покупал. Пока только скупаешь. Ну, то есть, в принципе, тенденция понятна, что ребята на рынке, они потихоньку будут дорожать, что надо. Ты с первой соткой разобрался, да? Да. Нет, ну... Так, что у нас пока? Показали мы вот такую штуку. Это с написано 100 гривен, гляньте, это было 200 гривен. Зраскиф. Вот что такое зраскиф? Неужели это зраскиф? Это, наверное, просто образцов это... конкретного года. А, образцов конкретного года. 3-го там обрезано. Ага. Это, конечно, не то, что нужно откладывать, ну, хоть что-то уже. И почему? Она уже может какую-то стоимость иметь. Ну, лучше, чем основная масса монет этого года. Но все равно. Кстати, сейчас при естественном свете довольно интересно, можно посмотреть, как она переливается. Тут, конечно, у нас освещение так себе, тут ну, да. Не разглядишь, но она вроде бы имеет зеркало, имеет. Да. Палец выставляешь и смотришь, есть ли зеркало. Угу. А, вот я вижу тут конкретный штемпель. Ну, можно будет потом показать. Я, может, в своем видео покажу именно под лампой, о, это, это будет хорошо видно. Ну, как типа, что, я что, здесь, что перебрал? Я здесь реально уже вижу отчетливо штемпельный блеск, не знаю, как тебе получится так показать с твоего ракурса. Но с моего, оно как бы все отлично видно. Я думаю, да, вряд ли. Да, кстати, приятная монетка, реально хорошее состояние. То есть такой уже можно продавать дороже номинала, может в гривен 30 за нее попросить, может даже больше. Миш, во сколько? Ну, еще при правильной мойке можно. Если помыть, ну гривен 50 уже можно просить. То есть уже полтинник сверху. О, мне кажется, тут тоже штемпель есть. Смотрите, ребят, сейчас попробую. Мылом промою, нормально будет. Вот я тоже нашел штемпель 2001. Где, думаешь, лучше всего можно поменять? Так куда угодно, мне кажется. Киоски, которые хотят мелочи. Что-то у меня 2004, ни одной монеты не нашлось. Так, а у тебя сколько? Три монеты или две? Три. Три монеты. О, блин, что? Подумал 2004, черт, это 2005 смазанный. Блин, как будто бы 2004 прям просто забитая пятерка. Не про чекан, железо сошло. Я не думаю, что она не, сильно не про чекан, просто ну посмотри. Ну мне показалось, что 2004 я прям порадовался на секунду. Так, ну ладно, давайте делаем ставку. Еще один первый штемпель. О, да, покажу. Такой не очень, но... Ну под лампой там штемпель будет ярко. Отлично. Что-то мне, я теряю интерес, как-то мне скучно. Сейчас перейду к обзору 5 копеек. Что там у тебя еще? 96-й планируется? Планируется 94-й. А, 94-й, да. У меня 5 копеек 94-го приехало, уже на почте ждут меня. Из Китая. Так что, ну как-то лень мне зайти на почту, забрать. Я надеюсь, я заберу, покажу вам. Так. Ребята, напоминаю, перейдите на канал и поделитесь с кем-нибудь этим моим каналом, чтобы мы добили эти 500 человек. Сколько я уже сейчас? Сейчас 14 500, что я с чистой совестью разыграл, во-первых, папку под монеты, одну гривну, и, во-вторых, монету из серебра, это просто нереально. Я первый раз такую монету серебряную вообще разыгрываю на канале, долго решался, ну как-то никак не... Мы не наберем. Все, это случилось, ребята, все, план выполнен. 2004 год. Еее, ура! У меня есть 2004 год. Ну все, ну из 200 гривен получается одна 2004. Может быть, тут еще какая-то, вот видите, тут еще осталась жменька небольшая. Может быть, там еще одна будет 2004. Ну все. По крайней мере, я знаю, что одна есть. Так, 2001 в убитом состоянии, 2005. Видите, 2005 не часто попадается, но в плохом состоянии они как-то. 2005, 2012,
Все, я немножко оживился, чуваки. Шансы хоть какие-то есть. 2014. Так. 2012. Оу! 2004. Еще одна. Такая же не очень, но... Вторая. Я догоняю Мишу. Мне кажется, чуваки, это все ваша поддержка, ваши лайки. Доклады за 2004. Супер. Две буквально в одном мешочке. Две в одном мешочке. Это просто кайф. 2005 положим. Все, мне... Подожди, а ты третий уже расположил? У меня два всего. Два по столу. А, вот тебе. А это все твое. А, ты не заметил. Да, вот, да. Так, 2010. Тоже отложим. А мы не подарим, презентуем 2006, но состояние... Слушайте, пишите, если такая тема вам нравится, такие переборы, мы будем периодически проводить их с Мишей, может где-нибудь... Может быть кто-то захочет поучаствовать в наших обзорах. Скажи, посмотри, 65 лет, Слушайте, мне кажется, я так не радовался, когда я 95-й. Смотри, я помню комментарий, чувак, что ты голос нерадостный. Тогда я вообще болел, короче, мне было не до монет, но обзор я пообещал вам снять сразу. Пришлось снимать в том состоянии, как было. Короче, 65 лет победы и довольно неплохая монета. Она стоит, ну, наверное, гривен 20 в хорошем состоянии. Ну, здесь состояние, ну, такое, как видите, из оборота. Но все равно классно, 2010 год. Все, я сейчас буду помогать уже Мишины монеты перебирать, если он захочет. Ну, короче... Класс. Все, мне больше ничего не надо. Маки сразу. Маки, первый сразу раз, сделали. Кстати, первый раз маки попались. У меня они не попадались. Я только рассыпал, сразу вижу маки. Поздравляю Мишу. Первый раз маки. И правда, из оборота, наверное, 2014. Гривны 50. Все, мои последние две монеты. И... Все, закончили. 14. Все, я разобрал, значит, свои 200 монет, которые у меня были, из которых 65 лет. Потом у нас 60 лет. Класс, кайф. Потом 2004 у нас. А 2004, где я ел, блин, потерял. Только нашел уже все. 2004 две монетки у нас. Сейчас, где я ел. Вот 2004. 2004, но немножко получше, но тоже не штемпель. Пара плюс 2001 есть с остатками штемпельного обрезка. Так, продолжение. Что Миша нашел со своих 600 гривен, смотрите у него на канале. Я покажу счет. 5 копеек. Вот эти вот 5 копеек, которые Миша мне продал. Я, честно говоря, хочу собрать 5-копеечные монетки все, которые есть. Такое вот у меня небольшое желание. Видим, что нам, ну, нет прям супер блеска, не мытая, это хорошо. Да не, ну там под лампой блеск есть. Да, под хороший. Лампой блеск, может быть, есть. Посмотрю потом еще дома. Обычный гурт мелкий. И 2001 год. То есть эта монета у нас шла для наборов, но какой-то, видимо, тираж был сделан заранее. Ну, то есть и... Потом просто-напросто банковские сотрудники, перепутав вот, так, вот такие вот мешки, скорее всего, просто их пустили в обращение, когда нужно было произвести эмиссию денег. Они их просто запустили в обращение, и вы можете найти такие 5 копеек абсолютно просто, вот как мы сейчас в переборе, либо просто просить на сдачу вам давать мелочь, и удача вам улыбнется, ведь кому-то они попались, и Миши их продали. А теперь они будут у меня дома в коллекции меня радовать. Это вы можете, уже перебрали, да? Да, можете в Ютубе найти канал, подписаться на Numismatics TV, Мишин канал, и мой «Монеты Украины» называется в Ютубе. Сколько у вас подписчиков? Ну, у него много, популярный. У него сколько популярный... 40. 140 тысяч. 140 тысяч. 40. Просто. И звонят, пишут, да, там все. 40 тысяч Миши, у меня почти 15 тысяч. Ребята, давайте нажмем. Сейчас прямой эфир, да? Показываем монеты, да. Хотите, можете что-нибудь сказать людям, которые смотрят. Гляньте. Сколько там просмотров? Сейчас. Сколько просмотров? Ну, будет... Нет, сейчас это смотрит? Сейчас не прям прямой эфир, это выйдет видео вечером, вот завтра. Завтра вечером будет видео. Можете передать себе привет, если хотите. Я вас не снимаю, я вот только монету. То вдруг вы не хотите популярности, чтобы вас узнали. Да. Потом... Мы антиквариатщики, блядь, антиквариат. Да, ну тоже наша тема, мы снимаем антиквариат, что-то бывает, попадаешь. Гривны, просто класс, просто
гривна. Вот это 100 гривен ну, может стоить. Первый этим в идеале, а так там 95-96 стоит. Да. Зашли к нам ребята, которые сидели рядом, играли. И разузнали все секреты касательно монет Украины. Может быть, даже подпишутся на канал. Ребята, вам привет, если подписались. И брали монеты. Так, вот сейчас немножко гуляем. Сейчас у нас обольет вот эта поливалка. Особенно Мишу. Дерево. Класс. Короче, идем по парку. Покажу вам город Харьков. Так, вот такой вот у нас лайв-влог получается. Блин, короче, днем тут реально тупо обливает водой. Если вам жарко, можно прийти и вас обольет. Очень красивый парк. Там Миша там считает мелочь, да? Я смотрю. Окей. Okay. И как раз для Инстаграма. Да. А сколько там уже насчитали? Еще 5? Я запишу стакан, как выглядит. И вот здесь только 139 гривен. И даже стакан не наполнили. Ну что, еду принесли? Так, что тут нам принесли на наши супер деньги? На мелочь. Это Миша. На сколько ты заказал? На 97 гривен. Ага, вот я не умею его открывать. Сразу видно, да? Ролл с... как ее называют? С креветкой. А, вот открывать тут, ну да. Открывают не там, где надо. Ну, что сказать. Нормальный ролл. Креветкой заказала, пришло с курицей, но вы мне бесплатно поменяете, правильно? Ну, естественно, супер. Конечно, да. Отлично, спасибо. Это вот я тебе отвечаю, просмотров на нем не будет. Так, слышали, Миша сказал, что просмотров на ролике не будет, чуваки. Короче, ролл, наконец-то. Блин, у меня штатива нет, давайте попробуем открыть. Наконец-то, который с креветкой и супер, может быть, даже немножко острый. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Тогда, ну что, обычный, блин, салат, ни хрена нового. Сейчас посмотрим, где там креветка. Капец, он острый. Ну, есть сок. Короче, креветка, ребята. Реально креветка. И он реально острый. Ну, давай, давай. Давай, давай, давай. Оп, привет. А что у вас тут это? Можно подписаться? Капусту хочешь? На. Оп. Да, там немножко остренько. Какой кетчуп. Прикольно. Попробую как чего-нибудь другого. Спасибо, кто посмотрел. Продолжение смотрите у Миши на канале. Ставьте лайки. Всем пока.